Мы подходим. А, типа через дверь, ну круто, чё. Мой. Да ладно! А, не простреливается. Всё, не туда стрелял. Всех замочил, походу, да? Я именно, или нет? Будем считать, что я. Ну-ка, чё? Круто. Ну, давайте эту поставим. Так, вот эту я, кстати, не пробовал. Где-то здесь пушка еще лежала. А, это моя. Давайте попробуем вот эту. Давай, только тихо. Приготовь бесшумный заряд. Все чисто. Господин премьер-министр. Ух ты, нифига. Спасательная команда «Атлас». Можете назвать свой код. А, это и есть. АК-12. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Похоже достаточно. Блин, я думал, тут небо, а тут, блин. Башку надо стрелять, кстати. Так. Ребятки, меня подождите. Подождите, а тут нет этих очков? Или что там, взломать что-то надо? Кто это? Путос. Потос. Потус. Хрен знает, короче. Что за бред? Это ты иди сюда. Так, давайте. В башку ему надо стрелять. Сложно попасть как-то мне. Как может быть раненый? Я же ему в голову попал. Вот это попал в голову, сразу видно. Так как узнать это, я не знаю. Это что такое? А, типа, наверное, патроны, да? А, вот такие. Я не увидел даже. Пошли, пошли. А чё сами-то не идете? Приближается патруль, пригнитесь. Джокер. Блин, а что сейчас? А, ну нормально. Чувак, они уж проехали, давай. Почему-то я иду так быстро, как он бежит. Хоп-хоп-хоп-хоп. Мы подходим к северной подъездной дороге. Что это такое мелькает? Эх, круто. Не подпускай их! Четыре, чтобы использовать. Какой еще симулятор? Какой симулятор, нахрен? Симулятор, подожди. Про что они сказали? Симулятор какой? Пошли, пошли! Это за нами! Митчелл, заводи премьер-министра внутрь!
А... Митчелл, болван. Ты покойник. Спрос. Отказ техники не оправдание. Оружие у тебя между ушей. Работай. Типа тренировка была офигенная. Я уж свое задание провалил. А я уж офигел. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Сейчас как прыгну. Хм. Интересно. Наконец-то посидеть дают. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Людишки тут ходят. Что за место-то? Лос-Анджелес, что ли? Не, не похоже. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики. Мы сила. Суперсила для найма. Не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леона, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Как про него спокойно говоришь так? Митчелл, знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Эх. Ладно, сюда. Танк. Айронсу ты понравился. Ты нос не забирай. Строго по дорожке. Давайте как он. Мы разработали два типа экзо. Штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. Специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники тебя ждут. Почини эту штуку и выкопи. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Круто. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо. О, лучше. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. Ладно, все в порядке.
Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Давай повозимся. Негр. Так. Пойдем на стрельбище. У него штурмовой экзо. У бедолаг нет.